И в продолжение темы. Индекс административного давления на бизнес будет пересмотрен в соответствии с новым законодательством. Об этом в рамках встречи с главой республики Радием Хабировым сообщил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. На сегодняшний день в расчетную формулу берутся такие показатели, как доля предупреждения от общего числа санкций, доля предпринимателей, подвергнутых контролю и надзору, и доля штрафов, наложенных без проведения проверок. Необходимость пересмотра индекса возникла из-за значительного изменения нормативно-правовой базы. Например, с начала года в силу вступила регуляторная гильотина. Республика – это такой опытный полигон в этом смысле, потому что взаимодействие прямое, и мы понимаем друг друга очень хорошо, и поэтому вот переход к новому индексу. И второй момент – этот индекс становится частью индекса делового климата или там инвестиционной привлекательности, который большой индекс регионов, да, который России. По словам бизнес-омбудсмена, обновленный индекс давления на бизнес станет частью национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Напомню, в 2021 году Башкортостан впервые вошел в первую пятерку регионов-лидеров в этом рейтинге. Власти региона поставили цель улучшить показатели по итогам 2021 года и подняться еще на две строчки вверх.